Эй-йоу, гад на связи. Итак, сегодня пародия на самого лучшего из Егоров на планете Земля. Это Егор Крым. Гений, филантроп, автор песни «Будильник». На его новый клип, так как мы знаем, клип от Егора Крыма — это большая редкость. В последнее время их очень мало. Итак, смотрим. Кстати, зайди на канал к моему другу Олеже и посмотри нашу новую с ним коллаборацию. Поставь туда лайк. Поехали. Я хочу спросить вас один вопрос. Есть ли сегодня один человек, который думает, что я пидор? Да! Я женщина и тусил, ведь я не голубой был. Смеются все со мной, ведь я такой смешной Егор. Я женщина и тусил, нет-нет, не с мужиком. Ведь я не голубой, я вообще лучший из Егор. Идеальный мужчина. Бери меня, тепленький. Что с ним? Егор Кринж третьей степени! Егор Кринж. Целуется я сзади вот, но сзади меня никогда не стояли. Я сел на диван с пацаном, но ноги-то наши, заметь, вообще не касались. Смотри, я не пропускал в очко, хоть и много играл в футбол. И мне не кричали дырявый, даже когда я пропускал гол. В очко вообще пропускал лишь единожды, когда друзья не позвали в картишки. И мы когда все играем на столке, не беру голубой фишки. Я не голубой, как мой цвет очей. Не катаю шары, но не против мячей. Заводят меня только женские тела. Никогда не слышал даже, как поет Билан. И я пропускаю за столом четвертый тост. Я же гетеран, а чем мне пить за мужика? Я женщина и тусил, ведь я не голубой. Смеются все со мной, ведь я такой смешной Егор. Я женщина и тусил, нет-нет, не с мужиком. Ведь я не голубой, я вообще лучший из Егоров.